Чего я боюсь? Что бандиты объединятся. Тогда нам всем крышка. Даже шериф Блэк не остановит их. Хочешь заработать? Удачи! И помни, время – деньги.
может объявить о заключении торгового соглашения с городом Ствол на юге. Этот торговый Здравствуй. Путь очень выгоден для нас, и он позволит торговать с территориями, которые до сих пор считались опасными. Помните, совместная Убей мутанта! Адский отжиг. На нем столько зашибают, и теряют. Чаще теряют. Посмотри доступные заезды. Увидимся. Здравствуй, друг. Здравствуй, друг.
позволит торговать с территориями, которые до сих пор считались опасными. Помните, совместная работа приносит выгоду каждому жителю и укрепляет наш город. Благодарю за... А, молодец. Видно, я в тебе не ошибся. Я знал, что бандиты что-то замышляют. Ты это подтвердил. Я уверен, в любом случае, эта штука небезопасна. Нужно, чтобы ты отнес это кому-то, кто знает, что это и что, черт побери, нам с этим делать. Тут есть старик Квасир, отшельник. Очень умный человек. Иди к нему. Он посмотрит образец, проверит и поймет, что на уме у бандитов. Я сообщу Квасиру, что ты придешь. Как знать, что этот псих может сделать с незваным гостем? Молодец. Вот твоя награда. До скорой встречи, надеюсь. Внимание, жители источника. Должность мэра возлагает на меня ответственность за свободную торговлю в городе. К сожалению, я получаю сообщение о раздувании цен и нечестной торговле. Главное в этом городе... Люди часто исчезают в этих местах. Стоит привлечь внимание правительства, и считай, тебя уже нет. Как будто и не было. Посмотришь на мои товары? Поторгуем. Доброго дня. Здравствуй. Таких запчастей нигде не найдешь. Глянешь мои товары? Покеда. Привет. Thank you.
Не забудь, если тебе нужно будет починить машину, доставь ее в гараж, и я займусь. И я тут подыхаю со скуки. Ушки на макушке, парни! Что за хрень? Вашу мать, мне пить! Где чертовы подкрепления? Отступаем! Я не могу! Он меня ранил!
Я тебя так разукрашу! Вон там! Кто-нибудь его видит? Куда он делся? Ты подонок! Я ранен! Иди сюда, ублюдок! Что за хрень? Эй, вон там! You